Меня зовут Андрей Пилоков. Я учусь в 3-м Б-классе, в 18-й школе. Сергей Михалков, «Сила воли». Я откровенно признаюсь, что в темноте я спать боюсь. Когда вокруг меня темно и занавешено окно, мне так и хочется вскочить и поскорее свет включить. Я чувство этого боюсь. Но силой воли с ним борюсь. Я говорю себе, лежи, глаза закрытыми держи. Я лежу, 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 глаза закрытыми держу и засыпаю, наконец. Ну разве я не молодец? А можно было бы начать с того, чтоб свет не выключать, и чтобы не было темно, не занавешивать окно, и до утра при свете спать, но также можно трусом стать.